Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова, и сегодня у нас долгожданный обзор моих запасов. И назрело это видео по одной простой причине: нужно пополнить запасы в ванной, и все равно придется кое-какие коробки перебирать, чтобы найти гель, кондиционер и другие средства, которые мне сейчас необходимы. Поэтому давайте уж посмотрим все, что у меня в этих запасах. Что здорово, скоро праздники, а когда ко мне придут подруги, у них будет возможность собрать праздничные подарочные наборы не по картинкам, а прямо из коробочек. И обычно у меня за праздники новогодние и вот включая 8 марта у меня просто опустошаются все коробки, а потом постепенно я их начинаю снова наполнять. И у вас возникает вопрос: а для чего так много продукции, да, зачем делать запасы, если все в свободном доступе, можно всегда заказать в каталоге? Нет, не всегда. Бывает такое, что, например, нужна краска для волос, а она несколько каталогов подряд идет без скидки. Или я беру продукцию, которую я точно знаю, что мы пользуемся регулярно, и у нас каждый месяц уходит 2, а то и 3 флакончика. Например, шампунь, кондиционер, маски для волос. Естественно, когда проходят какие-то классные акции, я беру сразу несколько штук для того, чтобы мои запасы всегда были пополнены. И что важно, когда ко мне приходят в гости подруги, мои знакомые, родственники, все смотрят сразу, что у меня есть, и набирают себе домой сразу то, что им нужно. То есть людям не нужно ждать. И многие пользуются именно такой возможностью, то есть не любят заказывать по каталогу, а говорят: покажи, что есть, и выбирают из того, что есть наличие. Итак, давайте перейдем к просмотру, начнем с коробочек. Достаю первое. Так, ну тут у меня щетка отдельно лежит, ни в какую коробку не поместилась. Кстати, очень классная, крутая щеточка для тела, для душа. Ее можно брать с собой в сауну, в баньку. Чем удобна эта щетка? То, что у нее длинная ручка, и можно достать любую точку своего тела. Поэтому многие часто эту щеточку просят и заказывают. Так, это пока отставлю, это долго смотреть. Вот, например, я беру коробку, и знаю, что в этой коробке у меня подарки, потому что я самую большую оставила для подарок и некоторых продуктов крупненьких. И у меня вот здесь все так удобненько лежит, то есть я сразу вижу, что и зачем. Итак, в этой коробке у меня лежат продукты, которые либо на подарки пойдут, то есть я вот открываю, смотрю, маска, маски, масло для волос, масочки для лица, маска для волос, скрабики для тела, ароматы. То есть это я знаю уже, что если у меня вдруг нужно сделать подарок клиентам, я достаю что-то сразу, например, вот наборы для комплексного ухода за лицом. Я сразу кладу это в пакетик с заказом, или вот тут у меня отдельно лежат пробнички с ароматами. То есть все под рукой, все очень, так скажем, для меня понятно. И вот таким образом я все складываю и убираю в коробочку. Следующая коробочка у меня с ароматами. То есть у меня все коробки я стараюсь подписывать, чтобы понимать, что у меня здесь в составе. Ну вот хотя бы духи, я, значит, знаю, что здесь у меня будут парфюмы мужские и женские. Здесь их немножечко у меня вот так лежат. Те, которые, кстати, очень много есть продуктов, которые мне приходили в подарок по акции. Например, вот сейчас сюда могу пополнить немножечко запасы, чтобы разгрузить полку. Совсем недавно я получила несколько наборов, в состав которых ходила как раз парфюмированная вода Giordani Gold Essenza Sensuale. Представляете, у меня их пришло где-то штук 5 в подарок. Естественно, я их сейчас пока укладываю вот здесь, чтобы они мне не мешали. А одну оставлю на полочке, чтобы она всегда была под рукой. То есть вот такие вот у меня наборчики. Кстати, есть аромат, который я храню для Миши. Никому его не отдам, не показываю. Манфул, мы его очень-очень любим. Поэтому вот у меня вот тут он лежит в запаснике. Или Парадайз. Уже ни у кого нет, а у меня есть этот аромат. То есть если кто-то спросит, то значит он у меня будет в наличии. Так, следующая коробочка у нас волосы. Что здесь?
Кондиционер. Вот как раз мне нужен кондиционер. Возьму в этот раз вот такой. Это кондиционер разглаживающий. Я их брала, по-моему, штук 6 сразу, когда они шли по акции. И вот видите, уже осталось, ну, в этой коробочке 3, может быть, еще где-то попадется. Классные вот такие масла для волос. И шампунь тоже. То есть я сразу откладываю один продукт, потому что я его забираю в ванную. Держи, Миша. Миша мне помогает. Здесь процесс не быстрый. А коробки, кстати, очень классные. Это бьюти-боксы, которые приходили по акции. Следующая коробочка. Душ. Значит, здесь лежит что-то для душа или для тела. Видите, у меня тут крема для тела. У меня, кстати, клиентки есть две, которые вот эти масла, они их постоянно у меня покупают, это масло для тела. И я их получала в подарок. То есть, да, вот эти наборы тоже приходили. Divine Royal. Я тоже их то ли в подарок они были, то ли по акции просто вот, ну, за копейки. Следующая коробочка. То есть мы с вами еще только посмотрели 4 коробки, а у меня их тут еще очень-очень много. Так, зубные пасты и щетки. Ну, что есть? То есть я уже знаю, что здесь будут пасты. Детская есть обязательно, потому что часто детскую, и разные зубные пасты. Вот мне сейчас нужна была паста травяной комплекс, но ее нет. У нас было открыто сразу 4 пасты, и вот прям травяной комплекс сегодня закончился. Я хотела его найти, но не повезло. Его у меня тоже разбирают очень многие знакомые, любят эту пасту. А тут, та-дам, читайте, маска для волос. И открываем. И тут у меня целая коробка масок. В основном здесь только манго. Не знаю даже, сколько их штук. Я себе сделала запас. Да, я их тоже предлагаю клиентам. Бывает, что даже дарю, если я вижу, что у клиентки волосы в плачевном состоянии, я знаю, что эта маска точно ей поможет. И я дарю тогда в подарочек, вкладываю такую маску. И вот несколько мыльцев, они у меня просто не поместились в основную коробку, потому что для мыла у меня есть основная целая коробка. Мы скоро до нее дойдем, но пока у нас на очереди лосьоны для тела. Да, вот как раз коллекция Royal. Что я сейчас буду делать? К Новому году я выставлю вот так вот наборчик, чтобы его сразу было видно. Вот прям откладываю тут, чтобы его сразу было видно. Если кто-то у меня спросит, да, что-то на Новый год, то я достану и покажу сразу целый набор. Ну, коробочки некоторые бывают наполовину полные и наполовину неполные. Так, здесь у нас тоже душ и лосьоны. И 2 средства для снятия макияжа. Вот я их отсюда достану, и мы посчитаем, сколько у меня их в запасе. Масло, кстати, для тела. Есть классное массажное масло, и с ним можно ванну принимать. Я его очень люблю, его уже купить невозможно. И у меня тоже есть клиентка, которая постоянно за ним охотится и приезжает. Так, маслица есть еще? Я говорю, да, есть. И вот такие гели для душа. То есть тоже в ассортименте на любой вкус. Кому что нужно, подойдут, да, и я их буду тут встречать. А вот тут вот у меня есть одна коробка, очень-очень большая, целый чемодан, можно сказать, вот так он прям сделан, как чемоданчик Oriflame. И в этой коробке у меня лежат только крема. Крема для рук. Немножко есть, например, крем алоэ, крем защитный для рук. Вот наборчик один, тоже можно сразу выставлять. И здесь, и солнцезащитные средства, которые тоже, кстати, приходили по акции, я взяла, потому что такие средства, они очень-очень нужны. То есть здесь вот в ассортименте крема, маска для рук, спа, я сама ее обожаю. Есть то, чего нет уже, наверное, ни у кого, с облепихой, один крем для рук. Просто люблю его, очень-очень-очень люблю. Обожаю крем для рук. Он так классно защищает, особенно если много в воде возишься, то этот крем самый-самый лучший. И 2 дезодоранта, кстати, вот один у меня уже закончился практически там на один пшик, поэтому сразу достаю уже новый, чтобы в следующий раз мне не надо было лезть, как говорится, да, в коробку и искать. Вот я уже достала, и у меня чуть-чуть тут освободилось местечко. Все, поехали дальше. Вот, как раз та самая коробка, в которой много-много мыла.
Но здесь буквально до прихода двух моих подружек, которые мыло у меня обычно сразу берут по 15-20 кусочков. И тут получается их не так уж и много. Есть кое-что из раритета, то, чего уже нельзя купить. Сняли с производства Loving Care с миндалем. У меня Лерочка обожает это мыло. Вот. Есть мои любимые мыла яблоко, пряный цитрус. Да, ну вот кое-какие мыльцы здесь хорошенькие. Они прям приходят сразу так, вот это, вот это, вот это, вот это. Все, набрали себе полную сумку и довольные уходят. Так, здесь у меня для волос тоже. Так, мой любимый теперь шампунь Beautanicals. Так, вот такие шампуни. Видите, разнообразие. Активатор. Это я набрала, потому что хорошо укрепляет очень волосы шампунь-активатор, стимулирует рост волос. Вот. Когда он был со скидкой, я вот взяла сразу несколько. Классный шампунь яблоко и бамбук. Вот один остался. У меня, кстати, одна клиентка его распробовала. И теперь всегда приходит и говорит, так, яблочко есть мое? Я говорю, есть, есть, есть. Вот одно, по-моему, только осталось. Как будет по акции, надо будет заказать. Так, вот как у меня тут все хорошо лежало. Вот так вот пусть. Ну, видите, в одной коробочке помещается где-то 5 продуктов, 4. Ну, не так уж и много, но зато какой-то порядок. Если просто все это выставить, ну, во-первых, не пылится так продукция, тоже для волос. Удобно достать, сразу посмотреть. Угу. Тут у меня маска, большой шампунь с ромашкой, еще одна сыворотка, там она мелькала. Элио. Элио у меня еще есть один шампунь. У меня дочка его просто обожает. Ну и я тоже, но она любит его больше всего. А тут что-то раритетное. Знаете, что это? Была серия, тоже стимулятор роста волос. И... вот этот спрей, он для укладки, то есть для того, чтобы, ну, сделать волосы более объемными. Я его просто обожаю. То есть всегда, когда вы видите меня с кудряшками, знаете, что я брызгаю сначала таким спреем, а потом накручиваюсь. И волосы легкие, при этом отличная фиксация получается. То есть мне прям очень-очень нравится. Так, в этой коробке у меня гели для душа. Еще набор гелей. Мой любимый сливовый, как вы видите, он повторяется. Клубника с лаймом классный просто. И опять Divine Royale. Все это скоро разлетится. Только так. Так, здесь у меня тон. Вот прям написано тон. Это значит, здесь тональные средства, да, румяна. Вот есть моя палетка. Это я себе уже в запас взяла. И здесь в ассортименте разные тоналочки. Вот, кстати, в подарок пришла. Прям на днях получила. Абсолютно бесплатно. Вот эти вот тоналки, по-моему, их тут 3 разных. 3 одинаковых. Вот эти тоже приходили в подарок, то есть я их либо передариваю клиентам за большие заказы, либо в розыгрыше пускаю. Ну, если кому-то надо, да, конечно, тоже продаю, почему нет. А тут, наверное, пудра и румяна какие-то, да. Ну, я не буду открывать коробочки, просто я знаю, что здесь у меня все средства тональные. И если клиентка, например, попросила, ну, румяна там надо, пудру, я залезу в эту коробку и точно не ошибусь. А это моя любимая коробка с Novage. 2 ночные маски для себя. Вот гель мне нужен был, гель, гель-тоник у меня только закончился. Я уже несколько дней умываюсь дочкиным гелем с абрикосом и апельсином. Ну, теперь я буду, начну сегодня своим. На, Миш, держи. Все, коробку можно сразу выкидывать, в макулатуру. Так, что здесь еще? Сыворотка коллаген. Обязательно у меня в запасе крема для глаз коллаген, потому что у меня 3 клиентки, которые берут постоянно, и это мой тоже самый любимый крем. Еще вот сыворотка Ultimate Lift. Я себе собрала наборчик. У меня, кстати, здесь еще есть крем. Такой вот дневной. То есть я собрала себе весь комплексный уход. Крем уже для глаз я открыла. Сейчас заканчивается у меня дневной. Я открою дневной. Закончится ночной. Достану ночной и сыворотку. То есть я люблю, когда комплекс идет такой целиком-целиком. И начну, да, еще куплю себе дневной крем «Экологен». И у меня будет уже запас на следующий курс «Экологен». Сыворотка, крем для глаз, ночной, дневной. То есть все, чтобы было... по плану. Вот. И как раз сюда крем поместился.
потому что я его только получила. Кстати, беру всегда такие дорогие крема со скидкой 50%. Так, здесь у меня тоже для лица. И здесь для лица у нас крем для декольте. Он просто туда не поместился, где Novage. Крем Optimal всегда держу в запасе, потому что, во-первых, его и заказывают часто, и мы сами пользуемся. У меня у дочки всегда такой открытый, я иногда его тоже беру. Бустеры. Это маска, шикарная маска спа. И тут маски, 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 маски. Вот у нас пленка заканчивается. Достаю, Миш, держи. Маска, пленка, супер. А это пока все есть. То есть я пока все это убираю. У меня уже такая гора коробок выставленных. Так, и еще одна коробка, тоже лицо. А что здесь? Вот они, где все запасы. Смотрите, здесь, значит, умывашечка. Еще одна маска. Можно туда переложить, ну, чтобы порядочек был. Скраб. Не Optimals. Essentials. Осветляющий. Еще одна пенка для умывания. И смотрите, сколько у меня получилось средств для снятия водостойкого макияжа. Я его запасаю, потому что боюсь, что снимут с производства. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять штук. И, наверное, еще один. Нет. А, да, и один уже стоит. Готовится к следующему. Понимаете, да, что я это средство обожаю и очень хочу, чтобы оно было у меня всегда. И также его берет одна клиентка постоянная на него, и периодически так кто-то бывает его тоже покупают. Так, и, пожалуй, вот она, последняя коробка. Вот она. Та-дам! А здесь у меня моя любимая серия Essence & Co. Мыло, жидкие для тела, лосьончики. Они так красиво лежат. Это крутой очень и подарок. И для себя я всегда открываю эту серию. То есть жидкое мыло сейчас открыто, два флакончика стоят. И лосьон для тела, поэтому очень рекомендую. Дорого, но это очень круто. Так, коробочки закончились. Сейчас переходим рассматривать вот эту косметичку. Что же у меня в ней? Отдельно вот так вот стоит косметика. Чем это удобно? То, что здесь, например, кто-то говорит, мне туши. Я раз, так туши здесь. Пилку всегда держу. Пилку четырехстороннюю тоже постоянно заказывают. Так, эта пудра вот в подарок пришла от Giordani. Вот такая пудра. Тоже в подарок получала. Лежит, ждет своих клиентов. Так, для волос мед и молоко, мужское мыло. Много-много смягчашек у меня всегда в запасе в ассортименте, потому что их сейчас на подарки заберут. Многие прям берут по несколько штук сразу. Тоже для волос маслица. Еще одна пудра. Пудры все в подарок были. И тут куча помад. Вы видите, вот так вот их видно. Вот все Giordani, эти все помады приходили в подарок по акциям. Так, вот тут несколько помад. Это я для себя одну уже припрятала, но еще не открыла, потому что тут подряд стали приходить куча-куча помад, и я ее пока здесь отложила. Но у меня еще одна такая новая есть для клиентки. Тоже в подарок. Несколько лаков. Лаки, ну, не очень много оттенков, но, например, вот этот лак я никому не продам, вот золотистый, вот этот. Вы знаете, это мой любимый цвет, и я им постоянно пользуюсь, у меня один уже открытый, один новый. А вот эти вот можно, да, и как бы, кто хочет, может приобрести, или также в подарок положу. Вот, и тут разные-разные туши. А вот еще у меня какая есть заначка. Это стойкие матовые тени. Я их очень люблю. И вот вы часто меня спрашиваете, Лили, какой у тебя макияж? Если это матовый такой макияж, то значит база в этом макияже именно вот эти стойкие тени. И разные туши классные. И термостойкие, обязательно 5 в одном. О, кстати, очень люблю вот эту тушь. У нее такая кисточка интересная, как спиралька сделана. Тут разные-разные, на любой вкус. То есть, если у меня клиенты пришли, я им предлагаю туши на выбор, то есть разные кисточки показываю. Угу. Да, вот Миша мне подсказывает, что вот только прям на днях несколько тушей, 4 или 5, ушли у нас, забрали одни клиенты, то есть в аптеке сразу. То есть вся аптека пользуется только тушью 5 в одном. И хорошо, что она у меня была, как говорится, в запасниках. Здесь карандашики для глаз, вот эти все три пришли в подарок.
Ну, по акциям, да, там наборчики выпадают. И мой любимый маркер, еще из старой коллекции. Сейчас вышел новый. Новый мне нравится больше. Ну, этот я покупала ранее. Ну, и здесь тоже какие-то туши. А, вот еще какая у меня есть классная заначка. Это я даже никому не показываю. Это гель для ресниц и бровей, который восстанавливает ресницы, круто их укрепляет. Девчонки, если увидите где-то в распродаже, прям берите смело. Ну, вот так вот немножечко показала, да, что здесь у меня вот для себя уже праймер взяла, потому что мой там прям капельки остались. Очень люблю вот этот бальзамчик мультиактивный. Так, все показала. Поехали дальше. Просто удобно, вот такую коробочку я когда выставляю, говорю, так, ну поройся тут, выбирай, что тебе нравится. Вот девчонки просто без ума от этого. И обычно, ну, здорово опустошается коробочка. Итак, снова я с вами. Будем уже продолжать рассматривать то, что здесь на выставке стоит. Начну с витаминок. Две коробочки вот получили. Хорошо, что они появились на складе. Одна это для клиентки. Жду ее в гости. Это подарочная ее уже четвертая коробочка. А одна для себя. Пока я пью еще из баночек, уже открыла. Ну вот так. Так, здесь то, чем я пользуюсь, отставляю в сторону. Просто мне так удобно, пока здесь дверок нету, скоро здесь повесим дверки. Я, конечно, эти вещи уберу, да, то, что, ну, чем я пользуюсь уже. Это мои ароматы. Смотрите, моя корзина с ароматами. Они, это не все, часть ароматов у меня на косметическом столике. Большая, наверное, часть. Итак, поехали. Вот в этой корзиночке с прозрачными стеночками, что очень удобно, лежат продукты, которые я для себя в основном приныкала. Ну или на какие-то подарочки. Здесь несколько смягчающих средств. Ну так, чтобы видно было. Масло чайного дерева. Раз, два, три, четыре. Вот в запасе 5 штучек. Это мало. Нам нужно, чтобы всегда у нас было масло в изобилии, потому что Лера за месяц масло использует. И есть такие заначки, которых уже не купить, но эти средства мне очень нравятся. Вот, например, еще BB-бальзам. Помните, какой был крутой бальзам? Потом вышел AZ-бальзам. Он мне совсем не понравился, а вот Биби, когда появился в распродаже, я взяла 5. Один я уже использовала, один все-таки выпросила подруга, и здесь у меня вот 3 штуки. Больше я никому не отдам, потому что лучше этого бальзама я еще не встречала. То есть, ну вот, мне удобно то, что я подошла так через сеточку, посмотрела, ага, классно. Так, дальше. Это косметичка с пробниками. То есть здесь у меня ароматы, только ароматы. Я помады убрала. Вот такие вот пробнички. С одной стороны у меня мужские, с другой женские, чтобы не путаться. Быстренько открыла, выбрала, показала, чтобы лишних запахов тоже не было у клиентов, потому что когда слишком много нюхают сразу, очень тяжело. Я отбираю те, которые по акциям, которые человек запросил, например, там говорят, я люблю восточные. Я отбираю прям 3-4 с восточными нотками и только их даю понюхать, чтобы у человека не было такой вот каши. Так, это ароматы, ароматы, кстати, видите, да, что здесь куча-куча ароматов. Если помните, Эклэ Мон Парфюм, он приходил нам в подарок по акции, ну, где-то 2 каталога назад, тут у меня несколько штучек пришли. Я их не экономлю, я могу их запросто в подарок положить клиентке, если заказ там будет 1000 на 2, например, то я положу не крем для рук, а вот такой аромат. Клиентка будет в восторге, потому что этот аромат универсальный, он нравится всем. Так, здесь же у меня есть эссенция, это я для себя сделала покупочку маленького именно, чтобы в дорогу брать. Ну, как-то сейчас дорога не очень складывается, потому что немножко не до путешествий. А вот так вот, да, пусть будет. Так, здесь еще 2 аромата. Они не очень ходовые, но тоже приходили по каким-то акциям в подарок. Это ароматы Giordani Gold Original и Original White. То есть, ну, все равно их иногда спрашивают. Очень стойкие ароматы, очень красивые. Вот, вот это я хотела достать себе. Это бустер. У меня, кстати, закончился антиоксидантный, хотя он вышел позже, чем вот этот вот зелененький. Написано All Skin Tips, для всех типов кожи. Я попробовать хотела его очень давно, но потом вышел новый, и он мне никак не заканчивался. И сейчас я открываю для себя именно этот бустер. Обожаю бустеры, мне так нравится вот утром смешать с кремом и наносить их на лицо. Вот крем ложится вообще по-другому, и лицо, оно такое становится какое-то вот сияющее, такое свеженькое. Я прям всем рекомендую бустеры. Держи, Миш, это в ванную. Чтобы не запутаться.
Вот, это крем, кстати, таких кремиков у меня два, с папайей, тоже по акции 99 рублей они были. У меня Лера их любит, такие крема, и одна клиентка постоянно берет, поэтому я смотрю акции, думаю, так, надо взять. Узнаете, да? С черникой наборчики два. У меня, кстати, один уже забирают, а один я себе никому не отдам. Крем для лица, мед и молоко. Тоже, ну, просто купила по какой-то акции, потому что его тоже часто спрашивают. И вот у меня у клиенток в основном возраст такой вот уже, ну, за 40, поэтому часто встречается сухой тип кожи, и я всегда покупаю что-то вот сытенькое такое вот, да, сытенькое, чтобы у них всегда был выбор, что взять для себя. Так, это смягчашка, пока сюда уберу. Тальки, тальк для тела и тальк для ног. Тоже спрашивают, не часто, но спрашивают. Два дезодоранта всего лишь, это немного, да? Вот. Один мужской. Миш, тебе нужен дезодорант? Нет пока. И женские зеленые крышечки, но я больше люблю именно серые крышечки, потому что они совсем не оставляют следов на одежде. Ну и я к нему так уже привыкла, мне кажется, он просто вот идеальный для меня вариант. Вот именно Активель и с серой крышечкой, очень классный. Так, вот еще одно жидкое мыло, кстати, в ванной закончилось, собирай. Так, это новинка мыла с аметистом, вот Wellness Nutricomplex, третья моя пачка, забирай. Ну, Nutricomplex, Миша говорит, расскажи. Вот здесь три пластиночки. Это витамины для волос и ногтей, и их рекомендуют пить именно комплексом. 4 пачки. Вот у меня это третья моя пачка, 2 я прям пропила, кстати, я стала такая умничка, я не пропускаю. То есть я слежу, чтобы витамины пить каждый день. На меня так это повлияло пандемия, так хочется сохранить свое здоровье и обезопасить себя максимально, поэтому витамины пью и заодно Nutricomplex. Это мое. Так, и здесь тоже еще есть ароматы. Видите, такая выставка. Те, которые не были в коробочке, как вы видите, они здесь у меня такие вот штучные. Ой, кстати, такого уже не купить, а у меня есть Secrets, есть вот такой Love Potion. То есть здесь ароматы, которые вот сразу можно подойти, посмотреть. Ага, вот мужские, мужские, женские, женские. К ним, конечно, у меня есть пробники, то есть могу сразу дать понюхать. Ага, и вот еще, смотрите, Divine такой, Divine такой. Класс, видите, какие у меня запасы. Зато когда мне звонит клиентка недавно: Лиля, срочно, мужской аромат, я сегодня иду на день рождения. Ну, естественно, если бы надо было заказывать, я бы не заказала. Но я к ней пришла с этими ароматами, у меня был еще один глейшер, и она его забрала. То есть и клиентка счастлива, и я. Итак, краски для волос всего 4. А у нас краска сейчас уйдет, она будет в 16 каталоге. Потом она появится, должна появиться, только в 4-м. По идее, у нас 4-й каталог, Мишка, да, будет? В 4-м каталоге. Нет, какой месяц? Январь, февраль, март. То есть мне нужно где-то сейчас ноябрь, декабрь, январь, февраль, март. На всякий случай. То есть у меня сейчас на 4 месяца. То есть я еще 3 пачки в следующем каталоге на всякий случай возьму сразу в запас, потому что если краска вдруг кончится, я вот не хотела бы такой стресс пережить, потому что без краски девушка быть не может. Так, здесь у меня наборчики кремов. Тоже они приходили мне в подарок по какой-то акции. Смотрите, что я делаю. Я открываю коробочку и вкладываю в заказ по одному кремику. То есть я уже такие коробочки дербанила, то есть я клиентам вкладываю. Вы не представляете, какая реакция. Просто когда девушка такая: это что? Я такая: это подарочек тебе. Они просто в восторге от этого дизайна, от этих ароматов. Мой любимый сирень, конечно, он просто самый-самый вкусный. Я им тоже сейчас таким пользуюсь. И я их, эти полные, да, я могу полную предложить купить, могу вот так вот раздарить или по одному продать. Так, это мне, ванную. Так, капсулы, приготовила себе капсулы к Новому году. Получается, чтобы к Новому году подготовиться как следует,
то вот эти капсулки, их тут 28 штук, серия Королевский бархат. Их нужно использовать желательно каждый день, и чтобы к Новому году прям уже быть прям красоткой, то где-то вот середина или конец ноября нужно начинать, потому что Новый год же он не прям 31 декабря, да, уже раньше мы начинаем какие-то там корпоративы, праздники, то есть уже хочется съесть, поэтому вот уже можно с середины ноября начинать, чтобы прям вот в декабре быть уже просто к Новому году красоткой. Поэтому это тоже себе, тоже в ванную. Отдаю, видите, как я раскулачиваю. Так, вот одна зубная паста стоит, чтобы, ну, сразу человек смотрит, ой, зубную пасту надо, а я могу как бы, да, забыть коробочка, а тут увидеть, о, зубную пасту забрали. Крем для рук и гель для душа, наборчик красивый, очень удобно. Так, здесь у меня гель, а еще один гель, классно, у меня есть заначка геля на Veg, а я уже себе достала, поэтому это пусть стоит здесь. Кстати, тоже часто спрашивают. Маслица для волос Элио всегда в запасе, всегда минимум 2, это мало, я жду какую-нибудь хорошую скидку, чтобы их набрать. Так, здесь у меня смягчающих средств тоже стоят все на выставке, для того чтобы человек увидел, сразу все тик-тик-тик-тик накидал. Так, дальше. 2 жидких мыла, но это, кстати, одно под заказ, одно мне. Здесь много-много кремов. Давайте разберемся, что и зачем. Амбер эликсир, 2 медовых обычных и 2 медовых в праздничной упаковке. Тоже все по акции, но с очень хорошими скидками куплены. Поэтому выгодное вложение, а потом они подрастут в цене. Так, интим гель, то есть гель для интимной гигиены, всего 2. Это немного, потому что у меня есть клиент, который берет сразу 4. Так, мне 4, чтобы был запас. Так, вот у нас wellness. Кстати, вот смотрите, как удобно иметь такие вот баночки в запасе. Например, были перебои с wellness пэком, я достала баночки, еще витаминки, и я не делала перерыв. Недавно мне звонит тоже моя партнер по, ну, из команды, и говорит: Лиля, у тебя есть астаксантин, я что-то приболела, а мой придет только там через неделю в заказе. Оп, сразу передала ей баночку. Кстати, надо забрать, еще одна баночка у меня у моего консультанта. Так, скраб, мед и молоко. Очень крутой скраб, обожаю. У меня один открытый уже. Элио шампунь, еще один уже был. Для тела лосьончик, обожаю, это дыня и кокос, он самый вкусный просто. Масочки для лица, их тоже, кстати, сами очень любим, или в подарок кинуть. Я просто люблю дарить такие вещи вот эффектные, вот чтобы в коробочке было, как-то оформлено красиво, чтобы это было необычно. Это тоже мой любимчик, крем для лица и тела с кокосом. Ой, какой он классный, кокосовая вода, там что-то нереально вкусное. Так, здесь вот еще маслица. Смотрите, взяла себе, позарилась на масло с блестками. Мы делаем массаж, мы очень любим массаж. Не так часто делаем, как хотелось бы, потому что, ну, то устали, то одно, то другое. Но стараемся делать как можно чаще. Бывает такое, что даже как бы сюрпризы друг другу делаем, ну, просто пишем на листе. Там подарочный сертификат на 10 сеансов массажа. Мне Миша раз такой подкидывает. Или я ему. Вот, ну тогда уже просто никакие там усталые и так далее. Просто берешь и делаешь. Массаж очень полезный, он круто и оздоравливает, и расслабляет, и все такое. Вот, кстати, начала показывать с блестками. Не размешиваются никак. Залежались. Масло взяла просто. Тоже акция какая-то была. Я думаю, надо попробовать. Масло, конечно, вот огонь. Вот прям вот это тут мед и молоко, вот это вкус. А здесь вот прям медиком пахнет. Но я, честно говоря, вот не поняла по поводу блесток. Ага, вот они поднялись, так красиво-красиво становится. Но еще не все поднялись. Вот они там. Но вот я немножечко, знаете, как не поняла. Надо еще попробовать. Но это мой. То есть я его уже не продаю, он просто тут у меня стоит. Ну да, блестит. Ну, честно говоря, не очень комфортно, например, утром принять душ, намазаться маслом, все равно как-то,
мне кажется, не так комфортно, блестит красиво, но кожа не так здорово. То есть я люблю маслами пользоваться на ночь, чтобы они, ну, как бы хорошо напитали кожу. Все вот немножко вот этот продукт не поняла, но попробовать было интересно. Ну, он красивый, будем блестеть, значит. Маска Элио берегу для дочки, вот подарю ей, как раз у нее закончится наборчик, ее такой тун, подарю вот этот наборчик. Так, что здесь еще интересно? Ну, конечно же, у меня запасы шампуня всегда очень-очень приличные. Часть вы уже видели, часть вот так вот выставляю. Восстанавливающий. Этот, по-моему, для увлажнения, для блеска волос. Видите, гиганты какие. Этот у нас шампунь Климат Контроль, по-моему, да. Очень люблю кокос и пшеницу. Он так хорошо увлажняет волосы. Не жирнит. Просто вот волосы оживают с ним, такие классные. Так, что еще? Смотрите, какие тут заначки. Даже щеточка есть для рук. Ну, естественно, мицеллярная вода, как без нее. Вот, еще один бальзамчик. Гель для душа с апельсином. Самый, мне кажется, выгодный гель, который у нас был. По-моему, я их заказывала то ли по 79 рублей всего. То есть 250 миллилитров и с такой ценой. Еще один Feel Good, такой прям приятный мята и цитрус. Это пенка спа для купания. Тоже еще один гель. А вот эти гиганты. Просто тоже была акция. Я их, по-моему, ну, прям 100 с чем-то рублей. Стоило 750 миллилитров. Представляете? Конечно, я взяла. Но это я не на продажу, себе стоит. Так, это тоже для волос, для укладки. У меня, кстати, был еще недавно, прям клиентка забрала. И для ног. Для ног здесь, да, это муссы. Мусс, снимающий усталость и тяжесть. А это дезодорант от мозолей. Вот. То есть он такой маленький. Кстати, пахнет вкусно. И когда начинается сезон... То есть мы из зимней обуви, да, из весенней переходим в босоножки. Обычно сразу начинается, там натерли, там натерли. Очень круто помогает. Если будет в каталоге, прям берите смело. По-моему, мы подходим к завершению. А это у нас масло для душа. По-моему, масло для купания. То, которое превращается в пенку. Ну, кстати, оно... Я таким пользуюсь. У меня там прям, по-моему, чуть-чуть осталось или закончилось уже. Я хочу сказать, что... Но оно прикольно, знаете, эффект как у гидрофильного масла. То есть я наношу на мокрую кожу, и оно превращается в пенку. То есть вот из масла, не в пенку, а вот такое белое становится. Но сказать, что оно прям так отмывает, нет, но питает кожу очень классно, очень. И пахнет. Да, так не пахнет, а пахнет. Вся серия спа пахнет очень вкусно. И тут немножечко вот прям осталось мыльце. Мед и молоко и жасмин тоже раритет, никому не отдам себе. Еще смотрите, что у меня есть. Это ваза. Кто-нибудь застал такую вазу? Сейчас я вам покажу ее. То есть это вот чудо, конечно, шведские технологии. То есть мы берем, наливаем вот сюда воду. Она расправляется, у нее тут дно раскрывается вот так вот. И ставим цветочки. Цветочки высохли, мы их выкинули, вылили воду, промыли, высушили, и она не занимает места. Кстати, забыла про нее, а вот сейчас увидела, вспомнила, надо попробовать. Так, и осталось два мыльца, уже открыла, когда делала демонстрацию. Сейчас ждут, когда закончится мыло в ванной, и я положу в одно место Feel Good с апельсином, а в другое лавандовое. Все, мы с вами все посмотрели, нет? Все, Миш. Все, все. Что-то куда-то показывает. Спасибо вам за внимание. Мне будет очень интересно почитать обратную связь от вас. Наверное, там будет буря просто разногласий. Кто-то будет за, кто-то против, что нужно делать такие склады. Но я делаю так, как мне удобно, потому что я работаю в Oriflame уже много лет, и я привыкла именно к такой системе. Мне это нравится, мне комфортно, поэтому...
пишите, пообщаемся. И напишите в комментариях, делаете ли вы какие-то запасы, есть ли у вас такие какие-то свои коробочки, полочки, куда вы там ставите заначки. Ну и вообще просто пишите. Спасибо вам огромное за внимание. Оставайтесь на нашем канале. Если видео было интересным, с вас лайк. И до новых встреч. Всего вам самого-самого классного и позитивного. Пока-пока.